Молящийся исполняй сокровище благих и жизни подателю. Приди, вселися в ны и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Исполайте деспотам. Ваше Высокопреосвященство, благословите начать 28-е Кирилло-Мефодиевские образовательные чтения. Наша главная задача – увести детей на сторону света, в сторону любви, а значит Христа. Это не просто педагогическая мастерская. Сегодня это уже бронепоезд. Это специальная операция. Враг – тот, кто питает ребенка подменными понятиями. Именно там, в раненом сердце, рождается любовь. Едино Бог, Отечество и патриотизм. Но Бог всегда нам всем. Молюсь за вас, и пускай Господь всемилостивый помогает вам в вашей деятельности. Долгое время было нацелено на воспитание лидера, успешного человека. Но сегодня мы должны воспитывать не лидера, а героя. Это самое страшное и кровопролитнейшее война на земле. Господь призвал всех верующих и неверующих на заботной молитве. Жертва за людей была положена самим Господом нашим. И нам необходимо сделать все, что мы только можем для выполнения этой задачи. Современными школьниками о подвигах. Я считаю, что это правильно, что детей нужно прививать с самого маленького возраста к любви к родине, к своему отечеству, к церкви. Впервые на муниципальном и, я считаю, на региональном уровне дана историческая оценка спецоперации на Украине, которую проводит Российская Федерация. И это дает учителю направление его работы в патриотическом воспитании. Сегодня всем нам нужно сплотиться вокруг нашей святой Руси, нашей державы, нашей России, нашей веры, нашей церкви. Всех верующих и неверующих на заботной молитве. Нужно защищать нашу землю с оружием в руках. Значит, нужно эту мужественную профессию освоить без малодушия. Христос посреди нас. И есть, и будет. На сцену приглашаются участники образовательного проекта «Поезд творческих идей», который реализуется на Кубани с 2007 года. За эти 3 года в рамках проекта уже проведено 92 зональных семинара. В них приняло участие более 17 тысяч педагогов. Образовательный проект трижды становился победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива» и дважды победителем конкурса администрации Краснодарского края. Педагогические мастерские проекта неоднократно представлялись и за пределами Кубани. Образовательные семинары проекта проводились в Ивановской, Ростовской областях, в республиках Адыгея и Крыма, городе Севастополе, а также 6 раз проект представлялся в Москве на международных рождественских чтениях. Программа проекта 2022 года о новых подходах к патриотическому воспитанию или военно-педагогическая спецоперация «Никто, кроме нас». Она предназначена для учителей, родителей, казаков-наставников, руководителей детских движений и организаций, патриотических клубов и рассказывает о новых подходах к
патриотическому воспитанию, выстраивая стратегию работы по воспитанию у детей жертвенной любви к родине. Пожалуйста, дорогие педагоги, просим вас предъявить участникам чтения этот образовательный проект. Добрый день! Сегодняшняя программа «Поезд для творческих идей» не педагогическая мастерская. Это специальная операция. Во-первых, потому что все мы с вами мобилизованы, призваны народом, Родиной, Богом к воспитанию подрастающего поколения. Почему мы? А потому что у Бога нет других рук, кроме наших, нет других голов, кроме наших, нет других горячих сердец, кроме наших. Никто, кроме нас, говорим мы с вами, вторя десантникам. Во-вторых, нынешняя ситуация на Донбассе, когда российские воины освобождают мир от нацизма дорогой ценой своих жизней, не позволяет слукавить, промолчать, уйти в тень, сохранить нейтральную позицию. Нам просто нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Именно этот путь, направление воспитательной работы, определяем мы с вами. Все мы, участники всекубанских, кирилло-мефодийских духовно-образовательных чтений, своего рода генеральный штаб, на заседании которого прямо сегодня определяем стратегию работы с детьми в условиях современных вызовов. Стратегия, мобилизация, штаб. Как видите, будем говорить военным языком, потому что алягер ком алягер, на войне как на войне. С чего начинаем? Берем учебник военной стратегии и читаем, что вначале нужна разведка. Вот с нее и начнем. Внимательнее присмотримся к коллегам, к тем, кто с нами рядом, и чтобы определить, кого можем поставить на левый фланг, кого на правый, и вообще самое главное, кто наш союзник. А как это определить? Как всегда, ответ находим в Евангелии. Кто не против вас, тот за вас. То есть Христос говорит, не бойтесь ошибиться, записав человека в союзники. Пусть сейчас он не совсем, не вполне ваш друг, но может скоро им стать. Так что союзников у нас много. Идем дальше. Следующий важный шаг в разработке стратегии – это целеполагание. Какая наша цель? Определяем ее. Она понятна и проста. Ученым, поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан. То есть поставить детей на служение Родине. Казалось бы, с этим все ясно, и мы много об этом говорим, о патриотических уроках, вахтах памяти, уроках мужества. Но все это не идеология, а рассуждение о технологиях, о конкретном делании. Это тоже важно, об этом тоже нужно говорить. Но технологии не могут заменить идеологию. А без идеалов, объединенных мировоззрения, воспитывать детей невозможно. Поэтому идеалы должны быть озвучены, мировоззрение проговорено. О том, что должно лежать в основе патриотического воспитания, каким оно должно быть, Кандаурова Надежда Геннадьевна, учитель русского языка, литературы, основы православной культуры, школа номер 2, станица Павловская. Казалось бы, о патриотическом воспитании сказано многое, сделано не меньше. И все же проблема патриотического воспитания требует к себе внимания. Особенно обнажила пробелы в этом вопросе спецоперация России на Украине. Стало видно невооруженным глазом, добились ли мы успеха в патриотическом воспитании, или все, что мы делали, оказалось пустым звуком. В 90-е мы отказались от патриотического воспитания. В итоге выросло поколение молодых людей, которые не видят свое будущее в России, а видят ее за пределами своей страны. С начала 2000-х государство стало уделять все больше внимания вопросу воспитания патриотизма. Особенный подъем наблюдался во время проведения Сочинской Олимпиады, момент возвращения Крыма, в дни празднования юбилея Победы. 3 февраля 2016 года мы услышали позицию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. «У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». А перед этим 31 декабря 2015 года была подписана стратегия национальной безопасности Российской Федерации, в которой ясно была сформулирована система традиционных ценностей. Федеральный центр дал отмашку, и регионы бросились выполнять директиву. Патриотизм, казалось бы, снова занял важное место в системе воспитания молодежи. С 1 сентября начавшегося учебного года в каждой школе исполняется гимн в начале учебной недели. По понедельникам введено обязательное поднятие государственного флага. Кто-то подумал, правильно, давно пора,
а кто-то возмутился, кому это надо. Как же сделать так, чтобы эта вводимая в наши школы традиция не превратилась в формализм, чтобы она проводилась не ради картинки на школьном сайте, а действительно способствовала воспитанию патриотизма? Все зависит от каждого из нас. Подойдем ли мы к этому формально и превратим важные вещи в рутину? Или все же постараемся достучаться до каждого детского сердца? У нас есть множество примеров того, как люди совершали подвиги, спасая воинское знамя от врага в годы Великой Отечественной войны. Нужно рассказывать о них ребятам. Например, удивительная история произошла со знаменами стрелковых полков одной из дивизий, оборонявшей Киев. В 1941 году 10-летний школьник Костя Кравчук выбрался из подвала после бомбежки и увидел на перекрестке двух красноармейцев. Они передали ему тугой сверток с полковым знаменем и попросили спрятать. Позже Костя попал на принудительные работы в Германию, но затем сбежал, и когда Киев освободили, школьник достал из тайника знамена и отдал их коменданту города. 1 июня 1944 года Костя Кравчук был награжден орденом Красного Знамени и стал самым юным кавалером этой высокой награды. Полезной может стать и современная история с Олимпийскими играми. В последний раз российские спортсмены выступали под своим флагом в 2016 году. Этот запрет подтверждает, наш флаг не просто ткань, это символ нашей силы, нашей славы. Исполнение гимна России также должна предварять серьезная воспитательная работа. Напомните историю с исполнением гимна командой российских биатлонистов, победивших на чемпионате мира в Австрии в феврале 2017 года. Во время церемонии награждения организаторы ошиблись фонограммой. Казалось, не миновать очередного скандала. Но комментатор Дмитрий Губерниев предложил российским биатлонистам прямо на пьедестале почета спеть гимн. Спортсмены пели вместе со зрителями главную песню своей родины. И от этого она звучала великолепно. Вчитайтесь в гимн. Это удивительная песня, каждая строчка которой наполнена глубочайшим смыслом. И тут хватит работы всем – учителям музыки, литературы, истории, РКСЭ. Наша задача – так воспитать ребят, чтобы они исполняли гимн не как навязанную им повинность, а с радостью, вдохновением, как наша команда биатлонистов. Настоящий патриотизм – это готовность к жертве, а не просто красивая идеология. И если человек идет Христовыми путями, он защитит слабого, будет готов умереть за ближнего, он начнет созидать и не позволит разрушать. Единый Бог, Отечество и любовь к Нему – но Бог всегда надо всем. Важно помнить, что для православного христианина патриотизм – это не что иное, как исполнение заповеди «любить Бога и ближнего». Любовь к своему Отечеству предполагает любовь и уважение ко всем народам, населяющим наше государство. Празднование Великой Победы – это колоссальное подспорье для патриотического воспитания молодежи. Бессмертный полк стал объединяющим началом людей разных поколений, разных политических взглядов, разных национальностей и вероисповеданий. Об этом мы с вами знаем не понаслышке. Замечательная инициатива о проведении уроков мужества, идея о присвоении школам имени героя. Главное в этих важных вещах не допускать формализма. Герои – это люди, совершившие подвиги, но подвиг не может быть ежедневным и ежечасным. Поэтому не станем за примерами героики терять примеры святости, мудрости, гениальности, праведности, милосердия, жертвенности, так же, как и примеры супружества, материнства, отцовства, учительства, мастерства в простых профессиях. Одним из важных символов нашего государства в последние десятилетия стала Георгиевская лента. В этом году появились даже правила ее ношения. Георгиевскую ленточку нужно размещать рядом со своим сердцем, как знак уважения к ветеранам, защитившим нас во время Второй мировой войны. Но эта ленточка еще и символ антифашистского движения. Именно поэтому в некоторых странах с ней так яростно борются, подвергая людей, повязавших ее, гонениям, издевательствам и даже пыткам. Сегодня она стала символом тех, кто не согласен с киевским нацистским режимом, кто борется за право иметь свою историю и свой язык. Поэтому особенно важно не допускать формализма. Сегодня в спецоперации на Украине отстаивают право людей на жизнь и борются за мир без фашизма наши с вами ученики, вчерашние выпускники российских школ, которым уже ничего не нужно говорить о патриотизме, потому что они являются собой пример жертвенной любви к Отечеству. Они защищают русский мир и безопасность своей страны, отстаивают наши интересы ценой собственной жизни.
И я уверена, что в сердце каждого из этих ребят эхом отзываются слова какого-нибудь школьного учителя о любви к своей истории, своей земле, народу, посеянное в их школьном детстве зернышки евангельского патриотизма. Следующий важный шаг в военной стратегии – это стратегическая география, которая изучает реальное географическое пространство. Как вы понимаете, речь пойдет о России. Что она для нас? Какая она? Над этими вопросами следует задуматься, потому что та липкая переводная картинка, которую налепили в 90-е годы на развалины Советского Союза, линяет и смывается. Слава Богу, мы с вами это видим. И поднимается вместо нее подлинная Россия, мчится Русь-тройка. Куда? Какой ее путь? Какой путь выбрать? Тот, о котором говорит лирический герой стихотворения Дениса Новикова, обращаясь к родине и называя ее ласково «мамой». «Поедешь налево – умрешь от огня, поедешь направо – утопишь коня, туман расстилается прямо, поехали по небу, мама». Именно туда должен идти путь России, к небу, божественному царству, где нет тьмы, а только лучезарный фаворский свет. О родине. Газдалиева Александра Михайловна, учитель начальных классов основ православной культуры школы номер 2 станицы Тбилисской. С чего начинается родина? С церквушки над тихой рекой, со спасого древнего образа, с горящей свечи восковой. Родина – это слово в душе каждого человека. Наша родина – Россия, Святая Русь, Священный Третий Рим. Почему так? Обратимся к истории. Изменив догматы веры, Рим отпал от единой церкви. Римский епископ объявил себя главой христианского мира. «Христос – глава церкви», – возразили ему епископы Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. Тогда, в 1053 году, Рим прервал церковное общение с ними, а свою церковь назвал католической, вселенской. Хранителем догматов Церкви Христовой стал Второй Рим, Константинополь. Множество спасительных чудес излил на Византию Христос по молитвам своей матери. Но как только ослабло упование на Бога и заступничество Пресвятой Богородицы, грянул гром. Константинополь был взят крестоносцами и провозглашена Латинская империя. Но милостью Божией просуществовала она недолго, и через 200 лет, когда под стенами столицы стояли турки, греки обратились за помощью не к Царице Небесной, а к Папе Римскому. Рим потребовал взамен отказа от православия. Согласившись на унию, Константинополь пал под напором турок. После этих событий хранить чистоту веры Христовой стал Третий Рим, Святая Русь. Это не просто красивое выражение. В XV веке эта фраза отражала главную политическую линию страны. Люди верили, что Руси уготована великая и светлая судьба – защищать православное христианство от врагов. В начале XIX века идея получила второе дыхание. Святая Русь понималась как наиболее возвышенное именование Отечества. Вспомним Пушкина. «Святая Русь, Отечество, я твой». С чего начинается Родина? С часовни у Красных Ворот, заступницы Матушки Иверской, которой стремится народ. В день всех российских святых 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Господь призвал всех верующих и неверующих на соборную молитву. В разгар кровавой бойни началось воссоздание Святой Руси. И в новом патриаршем титуле в 1943 году было закреплено каноническое понятие «Русь». Закончилась эта страшная война на Светлой Седмице, когда православный люд страны пел «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробах живот даровав». Духовные границы же Святой Руси еще шире канонических. Они везде в мире, где молитвенно возглашается имя предстоятеля Русской Церкви, святейшего патриарха Московского и всея Руси. С чего продолжается Родина? С молитвы прабабки моей
с нательного детского крестика, с причастия у царских дверей. Наше главное наследие – это наши христианские ценности. Однако обладать наследством сможет тот, кто пройдет по открытому человечеству пути спасения к вечной жизни. Вспоминаются слова глубокого уважения владыки Исидора к бабушкам в белых косыночках, которые в годы забвения и гонения на церковь шли в храм, тайно крестили своих внуков, прививая им традиционные ценности. Эти старушки были сильны духом, в них жила крепкая вера во Христа и спасение. У русского духа великая сила, и тайна его проста. И жизнь за Россию, и смерть за Россию, за веру в Христа. Характер русского народа сложился в процессе тяжкого труда по созиданию России. Достоевский убежден, что Родина свята для русского сердца, потому что Родина для него – высшая и последняя правда, и потому все можно отнять у него. Все осмеять стерпит, но Родину отнять у русского сердца – унизить, оскорбить ее так, чтобы оно застыдилось, отреклось от нее – невозможно. Нет такой силы ни на земле, ни под землей, ни во всем белом свете. Для русского человека характерно тяготение к божественной красоте. Поэтому и сложилось у нас так. Скромные избы и величественные, удивительной красоты храмы. Почему же так в последнее время пытаются поменять наши ценности? Почему нас так не любят? Мы не позволяем проводить на себе цивилизационные эксперименты. Выступаем за семейные ценности и доброделание, за дружбу без выгоды и милосердие. Дух русского народа – это его путеводная звезда, напоминающая, как надо жить. По евангельским законам другого пути нет и не может быть. Иначе человек деградирует, а народ вырождается, и наоборот – сохранение духа русского народа, наличие святости в этом народе во все времена – залог его жизнеспособности и непобедимости. Слова, сказанные Николаем I в 1848 году по поводу революции во Франции, звучат набатом и в наше время. По заветному примеру православных наших предков, призвав помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали. И не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святою нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. С чего начинается Родина? С церквушки над тихой рекой, со Спасова древнего образа, с горящей свечи восковой. А где же она завершается? В бездонной небес синеве, где время и вечность сливаются в молитве о русской земле. Цели поставлены, пространство изучено. Учебник военной стратегии говорит, что дальше надо заняться стратегическим мониторингом ситуации в стране, в регионе и по периметру своих границ. Вот этим и займемся. Промониторим, посмотрим, что мы понатащили в свои души и души наших детей. Специальная военная операция обнажила многое. И мы все вдруг увидели, что в огне на Донбассе сгорают не только шевроны с нацистской свастикой и техника НАТО, но сгорают мусор, пустота, бесцельной жизни, культ себя и своих хотелок. О том, чем жив человек, Сидоренко Неля Владимировна, учитель основ православной культуры, кубановедения, школа номер 84 города Краснодара. Огород гречушки в хате, столик с Библией, скамья, полдень, книга бытия. Разве этого не хватит? Это стихотворение нашего земляка Николая Зиновьева может показаться нелепым и непонятным большинству наших современников. Мы так привыкли жить в изобилии, в окружении всяческих удобств, вещей нужных и ненужных, что такая простота обескураживает.
Вспомните, какой потребительской печалью был наполнен интернет в первые дни спецоперации. О чем горевали люди? Уходят бренды, закрываются точки фастфуда. Мы так испугались потерять привычные удобства, потому что нашим богом давно стал комфорт. А вот люди, оказавшиеся в огне страданий, сразу же понимают, о чем стоит плакать, а что есть ссор и труха. Мне очень понравился образ отца Андрея Ткачева. Мы так похожи на ту лягушку, которая блаженствует в кастрюле с теплой водой, не подозревая, что кастрюля стоит на огне, и вода скоро закипит. И скажи об этом лягушке, возмутится и ни за что не поверит, что что-то может угрожать ее безмятежному счастью. Признаем, что мы с вами, что мы превратили себя и свою жизнь в склад ненужных вещей. А ведь человек задуман как храм. Значит, пора навести порядок и выбросить на свалку лень и равнодушие, скупость и безумное расточительство, самомнение и своеволие. Освободим место для самого ценного. А что ценное? Христос говорил: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а остальное приложится вам». Ох, и задача, скажете вы, искать Царствие Божие, которое внутри нас есть. Может быть, есть какие-то протаренные дорожки? Хотя бы так. Так дано много, так легка трата. Возлюби Бога, полюби брата. Накорми пташку, пожалей кошку, дай больным чашку, а другим ложку. Так уж Всевышний создал, мы люди, не пока дышим, а когда любим. Скажете, литература? Нет, жизнь. Ведь приехали же на Донбасс в марте врачи-добровольцы и перевезли с собой 200 килограммов медикаментов. Приехали, отпросившись в отпуск за свой счет на 10 дней, а остались на все это время. Потому что как бросишь людей без помощи? На добровольной основе, без зарплаты, потому что есть нечто выше и больше денег, уюта столичных больниц и комфорта квартир. Ведь ездит по Белгороду женщина Нина Ляхова, женщина-таксистка, развозящая по ночам пассажиров, а днем гуманитарную помощь нашим ребятам. Подвезла однажды солдатиков-танкистов, и эта встреча так перевернула ее материнское сердце, что не жаль ей ни времени, ни так трудно заработанных денег, потому что есть нечто выше и больше – сытости, покоя и сна. Не знаю, как вы, а я обратила внимание, как выбирались из обстрелянных донбасских городов, поселков беженцы. Они не брали с собой ни телевизоров, ни шкафов, ни баулов с вещами. Они брали с собой самое главное. И не оставили, не бросили питомцев за пазухой, в переносках, в рюкзаках, а кто-то вовсе отказался ехать, бросив домашнюю живность, потому что есть нечто выше и больше накопительства, привязанности к вещам и бесхлопотного существования. Так хочется, чтобы мы с вами, а главное наши дети, перестали бояться лишаться вещей, чтобы главным нашим сокровищем стала любовь, чтобы ее копили и множили, чтобы ее делились щедро, без колебаний и отмеривания по граммам. Ведь главное чудо заключается именно в этом. Чем больше тратишь любовь, тем больше ее прибавляется. Именно этого терпеливо ждет Господь, тихо стучась в наши сердца. Все стою у двери и стучу. Прислушайтесь и распахните свое сердце для любви. С 24 февраля у многих из нас появилось не только ощущение гигантской трагедии происходящего, но ощущение неизбежности, исторической правоты России и страшной священной работы, которую выполняют наши военные, и которую они должны выполнить. Именно они оказались настоящей элитой, а не те, кого мы привыкли ею считать. Еще философ Владимир Соловьев в «Трех разговорах» писал, что половина русских святых – это военные. Именно они берут сейчас на себя главное. О военных, о нашей армии. Сергей Александрович Кравец, учитель основ православной культуры школы номер 17 Абинского района. Русская православная церковь всегда рассматривала защиту Отечества как священный долг. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Мы знаем множество примеров, когда воинов причисляли к лику святых. Имена Александра Невского, Дмитрия Донского, монахов Троицы Сергия монастыря, Андрея Сляби, Александра Пересвета и многих других православных воинов церковь глубоко чтит за их ратные подвиги. В России ордена назывались в честь святых. Воин получает от государства, от народа великую честь защищать Родину. Он получает право ношения и использования оружия, почет и особые привилегии. Воин-христианин берет оружие не для того, чтобы убивать.
а для того, чтобы защищать тех, кто не может себя защитить. Он не может его не поднять, дабы не стать преступником, на совести которого смерти слабых и беззащитных. Греху можно и должно противостоять с оружием в руках. Толстой заблуждался, когда провозглашал принцип непротивления злу. Он ошибочно перенес то, что относится к внутреннему духовному делу неверующего человека, в область общественного. Это недопустимо, потому что пацифизм – это апология сытости, жизни без риска, без Бога, без откровения. Пацифист и миротворец лишь внешне похожи. На самом же деле эти вещи совершенно противоположны. Пацифист подменяет жертву компромиссом и высоту духа приносит в жертву ради собственного безбедного существования. Верующий в Бога воин идет служить, уповая на слова Господа, что ни один волос с головы просто так не упадет. Если нужно защищать нашу землю с оружием в руках, значит, нужно эту мужественную профессию освоить без малодушия, без трусости. Таким образом, воинское служение становится исполнением божественной воли, а долг служения – священным долгом. И за исполнение или неисполнение своего воинского долга воин получает воздаяние от Бога – вечную жизнь или вечную смерть. Воинская служба – это нелегкий труд, тяготы и лишения, однако это даже полезно. Из армии молодые люди приходят преображенными и умеющими отвечать за свои поступки и решения. Армия учит правилам поведения в большом коллективе, где на первом месте стоит не свое эгоистическое «я», а общие интересы. Очень хорошо, армейская жизнь ломает гордыню и тщеславие. Можно сказать, что армия – это некая школа духовного спасения. Проходят годы и десятилетия. Одно поколение российских воинов сменяет другое. Меняется оружие, боевая техника. Неизменными остаются любовь и преданность вооруженных защитников своему отечеству, их верность воинскому долгу, честность и достоинство. И такие люди в истории России раньше всегда считались элитой общества. Нам нужно постараться это с вами вернуть. Ведь совсем недавно элитой сами себя громко провозглашали те, кто более цинично, подло и развратно ведет себя на сцене. Но есть дети, не отравленные этим мутным потоком. Они с малых лет чувствуют и знают, на кого нужно равняться. Например, 8-летний Лешка, встречающих воинским приветствием колонны наших воинов, от которых зависит наше будущее. Встречает воинов, которые, чтобы взять занятую врагом очередную девятиэтажку, не сносят ее тяжелой артиллерией, а выбирают жертвовать своими жизнями при штурме, потому что в подвалах здания, в заложниках находятся мирные жители. Воинов, которые со словами «держись, браток», несут через минное поле раненого бойца украинской армии, стрелявшего в них еще несколько минут назад. Сегодня решается грандиозная задача – создание обновленной России. Она соответствует глубинным национальным интересам. Ее решение во многом зависит от нас с вами, коллеги. Как-то одному знакомому преподавателю предложили поменять профессию на другую, где больше платят, менее загружены по времени, с хорошими перспективами. Знакомый отказался. На искреннее удивление собеседника, тоже, кстати, бывший педагог, он ответил простыми словами: «Никто, кроме нас». Это современный девиз десантников. Наша профессия не зря называется служением. Ведь если мы бросим эту первую линию обороны, тогда кто будет воспитывать и учить наших детей? Не подготовлен еще личный состав. И заменить нас пока некем. И пусть мы испытываем трудности, и пусть не все гладко со штабами. Работаем, братья и сестры. Мы же с вами располагаем данными разведки о собственном потенциале, опираемся на стратегическую географию и теперь можем осуществлять стратегическое планирование и прогноз, чтобы нам определить объекты вероятного противника, которые нам нужно уничтожить. Вот о противнике и поговорим. Кто наш враг? Кого считать врагом? На этот вопрос отвечает Турищева Ольга Витальевна, учитель английского языка, основ православной культуры, гимназии номер 1 города-курорта Сочи. Наверное, мне досталась самая неоднозначная тема, ведь так хочется говорить о хорошем.
Но вспомним слова святителя Филарета Московского. «Гнушайтесь уба врагами Божьими, поражайте врагов Отечества, любите враги ваши». Гнушаться врагов Божьих? Но вначале надо понять, а кто они враги? Это прежде всего те, кто питает наших детей подменными понятиями, формирует искаженное мировоззрение. А что значит гнушаться? Откроем слова Рюжегова. «Испытывать чувство брезгливой неприязни кому или чему-либо, как в народе говорят, рук марать не хочется». Несомненно, враги Божьи – те, кто, например, насаждает идею суррогатного материнства. В результате активной рекламы в социальных сетях это воспринимается как привычное явление. Но стоит знать, что во многих странах Европы, в Индии, в Китае суррогатное материнство запрещено. Они охраняют матерей и младенцев. А у нас, получается, использование русских женщин в качестве биологических контейнеров общество не слишком и волнует. Нельзя сказать, что ничего не делается. Еще летом мы переживали о засилии развращающих книг для подростков. Но уже сегодня видим, как вслед за депутатами Севастополя Государственная Дума подготовила проект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. И в ноябре, возможно, уже этот закон вступит в силу. И это очень своевременно. В интернете до сих пор популярен мультсериал, где один из главных героев, кстати, школьный учитель, намеренно демонстрирует свои нетрадиционные привычки в надежде быть уволенным именно за это и именно за это получить по суду миллионную компенсацию. Да, дети смеются над этими героями. Но не просмотреть бы нам тот момент, когда подобное поведение персонажа превратится для ребенка в норму. Враги нашего Отечества иногда оказываются так близко и так нам знакомы, даже у них, если в руках нет оружия. Все мы знаем, что ответил один певец по поводу отъезда некоторых из его коллег. Это Россия уехала от вас, потому что Россия – они, а не вы. И вот в одном из комментариев к этому посту я прочитала. Это сколько надо было набраться спеси и чванства, чтобы объявить себя Россией. Смотрел новости. Молодые парни везли солдатам на передовую купленные на свои деньги гостинчики. Вот они, эти мальчишки, и есть Россия. Но не стоит бесконечно обсуждать тему трусости и предательства. Стоит лишь однажды обозначить свою позицию и рассказать детям о других примерах. Самая популярная актриса Советского Союза, Любовь Орлова, во время Великой Отечественной войны выступала с концертами практически на всех фронтах, за что удостоилась лютой ненависти фашистов. Пример из века 21-го. Певица Юлия Чечерина выступает на сцене из снарядов, от ящиков от снарядов на территории Азовстали, а ее слушатели – бойцы батальона «Восток». Читаем у святителя Филарета: «Поражайте врагов Отечества». Но на уроке ребенок может спросить, а разве убить человека – это не грех? Тогда, может быть, стоит ответить словами Афанасия Великого: «Непозволительно убивать, но убивать врага на поле брани и законно, и похвалы достойно». Иногда необходимо просто проявить мужество, чтобы назвать врага врагом. 1943 год. Протоиерей Александра Романушка решительно отказывается от отпевания полицая и в присутствии вооруженной охраны говорит: «Братья и сестры, я понимаю большое горе матери и отца убитого, но он изменник Родины и убийца невинных детей и стариков. Вместо вечной памяти произнесем же анафема». А кто-то и сейчас, как чеховский человек в футляре, боится, как бы чего не вышло. Наглядный пример. Накануне Дня России ребятам в Пскове предложили украсить окна библиотеки. Они взялись за дело. Флаги, цветы, голуби и главные буквы нашего времени. Но их декорации сняли, и чиновники это объяснили так. Площади муниципального имущества должны предоставляться в равной степени для всех общественных мнений. По этой логике рядом вполне допустимо разместить, ну, например, фашистскую свастику. Вот такова хитрость человеческая. Зато в Евангелии от Матфея мы читаем прямолинейное. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». А какими делами мы будем оправдываться? Святитель решителен. Гнушайтесь и поражайте. А как же быть с модной нынче толерантностью? Да и 16 ноября уже скоро. Вот современное определение этого слова гласит: толерантность – это активное социальное поведение. Тогда у меня вопрос. Вот мое активное социальное поведение должно проявляться в чем? В присоединении к гей-параду или в аплодисментах Киркорову, который скачет на кресте? Давайте поступим мудро. Понятия толерантности и терпимости часто рассматриваются как синонимичные. Вот в словаре «Дали» терпимость трактуется так. Терпимый, что или кого терпят по милосердию, снисхождению. А ведь милосердие – понятие глубоко христианское. Суд без милости, не сотворишь им милости.
Вспомним притчу о милосердном самарянине. Наверняка избитый и брошенный при дороге путник занял время, средства самарянина, а тот все это терпел по толерантности? Да нет же, по милосердию. Вот и простор для думающего учителя. Не мертвая западная толерантность, а теплое христианское милосердие. И снова обратимся к святителю Филарету. Любите враги ваши. Расскажите детям о Николае Японском. Во время русско-японской войны он принял решение остаться в Токио. А своим прихожанам-японцам, которые в это время сделались его врагами, святитель Николай сказал: «Доселе я молился за процветание и мир Японской империи. Ныне же, как русский подданный, не могу молиться за победу Японии над моим собственным отечеством. Как это тяжело далось и как тяжело было святителю в это время. Но удивительно, как почувствовали боль своего пастыря его православные прихожане-японцы. И в его дневнике мы читаем: «Еще хорошо, что все вокруг меня так деликатны, о войне никто ни слова, о японских победах тем меньше, а лица такие сиротные, как будто в душе нет радости и торжества». Так мудрая позиция православного священника сохранила мир между народами. Дети могут спросить: а для чего вообще любить своих врагов? Вот Симеон Новый Богослов говорит, что на страшном суде каждый христианин будет спрошен, а что он сделал при жизни, чтобы стать похожим на Христа? Итак, будем помнить: гнушайтесь уба врагами вашими, поражайте врагов Отечества, любите враги ваши. Аминь. В советское время произошла такая история. Хрущев организовал визит советских рабочих в США. Они приехали на один из автомобильных заводов, где во время приема зашла речь о победе Советского Союза во Второй мировой войне. Генри Форд, владелец автомобильного концерна, бизнесмен, спросил у наших рабочих: «Но почему ваши солдаты всего лишь с одной гранатой в руке бросались на танки? Им так много платили?» Наши недоуменно пожали плечами, переглянувшись после паузы, сказали: «Вам этого не понять». И сегодня Запад не может понять подвиг российских бойцов, которые идут в пекло войны не ради денег, а за то, чтобы мы жили в русском мире, на русской земле. Лучшие воины уходят на небеса для того, чтобы там встать строй сил добра против сатанинского легиона зла. О героях. Самко Светлана Ивановна, музыкальный руководитель детского сада «Журавушка» города Тихорецка. Во время Великой Отечественной войны фронт и тыл были настолько едины, что все мы до сих пор помним. Все для фронта, все для победы. Конечно, сегодня не война, а спецоперация, но против нас восстал практически весь Запад. И там, на земле Донбасса, идет битва за русский мир. Там выполняют воинский долг наши дети, наши родные, друзья и знакомые. И мы не можем позволить себе оставаться в стороне. У кого-то, может быть, есть возможность помочь материально. Для этого на сайте Министерства обороны создал благотворительный фонд «Защита», куда каждый может внести свою посильную лепту. Сегодня гуманитарную помощь собирают во всех регионах России. Материальная поддержка, конечно, важна, но это не единственное и не главное, что мы можем сделать в сложившейся исторической ситуации. Сегодня стране нужны люди, которые будут преданы ей в любые, даже самые сложные времена, которые не уедут, не предадут, а встанут на защиту, если это будет необходимо. Наша система образования долгое время была нацелена на воспитание лидера, успешного человека. Сейчас настало время воспитывать не лидеров, а героев. Но кто есть лидер, а кто герой? Попробуем разобраться. Архиепископ Песочинский Юхновский Максимилиан проводит очень четкую грань между этими двумя понятиями. Он говорит: у нас сейчас воспитывают лидеров. С одной стороны, это хорошо. Лидер может показать пример, повести за собой людей. Но с другой стороны, лидером может быть один. А как быть, если каждый хочет? Начинается борьба не за успех дела, а за первенство. И это порождает конфликты, ведь принцип лидерства – победа и господство над другими. Герои же всегда думают об общем деле, а не о своем месте в нем. Вы спросите: а разве лидер не может быть героем, а герой – лидером? Конечно, может. Екатерина II
приводит пример святого благоверного князя Александра Невского, который, по ее словам, был мужественным воином, твердым правителем, мудрым политиком и превосходил всех остальных удельных князей. И таких примеров в нашей истории немало. Настоящие герои жертвуют своим успехом ради успеха общего дела. Они учат, помогают другим, не жалея ни времени, ни даже жизни ради победы. Всем известен подвиг Александра Матросова. Так, вот таких подвигов было совершено в годы Великой Отечественной войны более 300. Первым отважился на это младший политрук танковой роты Александр Панкратов под Новгородом 24 августа 1941 года. Чтобы спасти солдат, дать им возможность подняться в атаку, он накрыл своим телом немецкий пулемет. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А вспомним нашего летчика аса Александра Ивановича Покрышкина. Если бы он не обучал других летчиков, у нас не было бы трижды героя Советского Союза Кожедуба и многих других. Если бы наш знаменитый снайпер Василий Григорьевич Зайцев не делился своими тактическими находками, у нас не было бы плеяды знаменитых снайперов. За 2 месяца под Сталинградом он с товарищами уничтожил более 6000 солдат и офицеров противника. Для героев цель не своя слава, а общее благо. Раньше вообще всю славу Богу возвращали. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу. Эта строчка псалма была выгравирована на медалях войны 1812 года. Но как же воспитать героя? На этот вопрос дает замечательный ответ митрополит Тихон Шевкунов. Он говорит о том, что воспитание героев должно быть основано на примерах героев. В настоящее время многим школам нашего края присвоены имена героев-защитников Отечества. Этот проект предполагает вовлечение детей, их родителей, общественности в совместные мероприятия, исследовательскую деятельность по патриотическому воспитанию. И это правильно. Школьники должны знать, что они наследники тех, кто ковал великую победу, кто проявил личное мужество в борьбе с врагом. Мы с вами должны донести до их понимания важную истину. Обучение в школе, носящее имя героя, ко многому обязывает. Нужно не только хорошо учиться, но и нести ответственность за присвоенное имя. Сегодня героями России становятся участники спецоперации на Украине. Их список огромен. И сегодня, и каждый день новые герои становятся в их ряды. На сайте «Комсомольской правды» создан проект, где публикуется видеоинформация о подвигах российских военных на Украине. Это история о тех, кто не сдается, не падает духом и спасает других. Этот материал можно использовать для классных часов и бесед с детьми. Ведь это настоящие примеры доблести и отваги, которые никого не оставят равнодушными. В этом проекте описаны подвиги более 200 героев. Давайте каждый день начинать свой первый урок с рассказа об одном из них. Пусть наши ученики узнают и о тех, кто отдал свою жизнь ради мира и победы над нацизмом. Ведь список героев России, награжденных орденом мужества посмертно, к сожалению, пополнился именами кубанцев. Среди них теперь и мой ученик, гвардии сержант Максим Светленко. Парта героя, названная его именем, всегда будет напоминать ребятам 2-й Тихорецкой школы, какой ценой завоевано их право спокойно жить и учиться. Давайте будем приглашать в классы вернувшихся с Донбасса воинов наших выпускников. Дети должны понимать, что герои – это не только великие люди из прошлого. Герои – это их отцы и деды. Братья, дяди, тети, соседи по дому, папы одноклассников, сыновья учителей. Вот это и будет воспитание на примерах героев. Использовать для этого можно проект «Разговор о важном». Классные часы, уроки мужества, часы духовности, стенгазеты, исследовательские проекты. Одним словом, все, что интересно детям. В традиции кубанцев стремление помочь тем, кому трудно. Не остаются в стороне школьники и родители, которые отправляют участникам спецоперации гуманитарную помощь, а вместе с ними письма детей со словами поддержки. Пусть наши солдаты знают, что мы с ними, что мы их тыл.
В ответ на одну из таких акций военнослужащие прислали третьеклассникам 102-й Краснодарской школы видеообращение. Можете себе представить, как были рады дети. Большой привет из Украины. Детям 3-го Д класса школы номер 102 города Краснодара, а также их родителям. Спасибо вам большое за посылки, за письма, за подарки. Мы очень вам благодарны. Спасибо, что верите в нас, за победу, за Россию. Спасибо, ребята. Именно герои могут стать святыми, раскрыть суть русского характера и сохранить Россию. Мы все единый русский народ. Мы можем быть друг с другом не согласны в оценке политических деятелей, ситуации в стране и так далее, но это не должно разделять нас. Мы должны понять, что есть нечто более важное – наше единство. На Международном экономическом форуме Владимир Владимирович Путин сказал: «Гарантией нашей безопасности может быть исключительно армия и флот». Тем самым он поставил перед нами задачу воспитания героев, будущих защитников Родины. И нам необходимо сделать все возможное для выполнения этой задачи. А примером для детей должны стать не только наши доблестные военные, но и мы сами. Мы сами должны стать героями, трудиться на своем поприще не ради собственной славы или выгоды, а ради общего дела – победы в сложной педагогической спецоперации за души наших детей, за будущее России. Продолжаем с вами разрабатывать военную стратегию. Следующий важный шаг – это стратегическая коммуникация. Ее задача – разработка методов воздействия на целевую аудиторию. Воздействием на души и сердца занимается, конечно же, культура. Русская культура, придавленная и задушенная после 91 года, теперь, когда треснула либеральная диктатура, эта культура поднимается из-под железной плиты, смотрит на мир своими проницательными жесткими глазами и направляет своих музыкантов, певцов туда, где под Херсоном дерутся русские батальоны. Представители культуры тоже участвуют в этой схватке русских людей за свою мечту, за свои алтари, за свои пороги и свои колыбели. О культуре. Виктория Викторовна Шушарина, преподаватель русского языка и литературы Армавирского техникума технологии и сервиса. Я хочу рассказать вам притчу о большой культурной лжи. Это будет грустная притча, но со счастливым концом, надеюсь. И если бы я, нет, все мы, не надеялись на счастливый конец, то не стояли бы перед вами. Жили-были люди, и было у них все настоящее, и музыка, и поэзия, и живопись. И рождались у этих людей дети с ясными глазами и звонким смехом. А потом пришли времена. И как-то так получилось, что ложь стала признаком этих времен. И стало ее так много, что казалось, будто плотный туман опустился на землю. И стало трудно разглядеть друг друга, особенно родителям детей, а детям родителей. А уж если расцепишь руки, разомкнешь объятия, то и вовсе потеряешься. А в это время кто-то бессовестный протягивал из тумана заблудившимся детям пластмассовые игрушки мертвого цвета и гладил по голове, и давал деньги, конфеты и культурную свободу. Свобода дурно пахла. Но кто разберет это в плотном тумане, особенно когда совсем один? И ничего не оставалось нашим детям, кроме как любить свои новые игрушки, хвалиться ими и верить, что такое оно и есть – счастье. Самое горькое в этой истории – совершенно точное осознание подмены, а еще наше острое чувство вины и брезгливости. Как точно определила это юнна-морец? «Меня от сливок общества тошнит». В особенности от культурных сливок, от сливок, взбитых сливками культуры для сливок общества. Не тот обмен веществ, не достает какого-то фермента, чтобы насладиться и переварить так могла и я такое замечательное блюдо. Но хватит о грустном. Тем более, что все, что с визгом и воем кривляется сегодня перед нами, презирает, клеймит, требует покорности и извинений, совершенно точно не имеет отношения к русской культуре. А что, наша культура имеет какие-то особые приметы, спросите вы? Да, и это примета Христос. Разобраться несложно, просто всегда помните, по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?
Иначе говоря, что во мне меняется? Чему я научился? Удалось ли мне хотя бы на цыпочки привстать? Тогда как наша русская культура борется с грехом и жалеет грешника. Она восхищается красотой Божьего мира и плачет о несовершенстве мира человеческого. Она зовет в небеса и напоминает о любви к родной земле. Она дает человеку крылья веры, силу надежды и мужество любви. Но вернемся к дню сегодняшнему. Увы, сегодня выражение «культурный фронт» – это совсем не метафора. И пока гордиться успехами нам не приходится. С правого фланга позорно бежали прежние делатели культуры. С левого отступили молодые, жадные до денег и славы. В тылу у нас с вами сплошные диверсанты. Побрезгую перечислять имена, скажу так – имя им – «Легион». Так что удар придется принимать всем нам, простым учителям, священникам, библиотекарям, казакам. Но не просто заслонять уши и глаза детей, сегодня этого мало. Нам надо, наконец, чтобы понятие «культура» вернуло свой прежний смысл – возделывание, ухаживание. Это то, что мы с вами выбрали, посеяли и с любовью вырастили, а не то, что нам подсунули. Ведь стыдно озвучить, что иногда выдает поисковая система – на вкладке «Культура». Так что нам с вами надо делиться прочитанным и накопленным, выбирать, сеять и растить таланты. Как нашли в Приморско-Ахтарске девочку Лизу Авдееву, чьи портреты героев, что называется, пошли в народ. Но разве мало у нас талантливых детей и взрослых? Да музеев не хватит. Просто это должно стать нашим общим делом – объявить мобилизацию, найти и показать. А каким отчаянно правдивым русским словом говорит сегодня наша военная журналистика? Захар Прилепин, Александр Коц, Семен Пегов, Дмитрий Стешин. Читайте, читайте вместе с ребятами. Эти живые примеры, эти наши современные Симоновы, Платоновы, Полевые и Гайдары. А как сегодня звучат стихи донбасских поэтов? Анна Долгорева. Посвящение погибшим горловским учительницам. Через реку Смородину нет моста. Это детские сказки. Там темнота да густая трава да дуб опаленный. Пацаны из 12-го батальона, павшие под городом счастье, некуда им возвращаться. Так и ходят они по этой траве. И две училки из Горловки ходят по ней, завуч и географичка, говорят: «Мы сегодня проходим свет, он всего надежнее и сильней, подставляйте ему личики!» И у мертвых училок их мертвый класс, так замучен войной, так небритый чумас, подставляет лица под ветер, и расходится черный мазут темноты, и они улыбают щербатые рты и становятся словно дети. Анна Ревякина. «Мы подвальные». Мы опальные, кандалы наши тяжелы, мы идея национальная, мы форпост затяжной войны. Черной совести боль фантомная, боль, что мучает по ночам, это домна внутри огромная нашей ненависти к палачам. Мы священные, мы убогие, мы убоженьки в рукаве, и глаза его слишком строгие, и следы его на траве. Утром встанем, пересчитаемся, похоронимся, поревем. Эх, война, война, девка та еще, чистоколы да бурелом. Заминированы окраины, человеческий страшный суд. Авель помнит, повсюду каины, только высунешься – убьют. А это стихотворение Влада Маленко я воспринимаю как личное ко мне, филологу, обращение. Носи, как маленькую икону, горящую сквозь века, медаль на ленте за оборону русского языка. И кто б ни значился на обложке, упасть не старайся ниц, корми кириллицы с чайной ложки детей и поющих птиц. И пусть припадают к бортам моллюски, услышав чужую речь, а в плен возьмут, ты молчи по-русски, чтоб шапки врагов поджечь. Пусть время колется злей и горше, теперь до победы стой. За Дальний Восток, за Донецк, за Оршу,
за русский язык родной. Знаете, дорогие коллеги, я бы стояла перед вами и читала стихи, потому что мне кажется, это самый верный путь. Сердце надо ранить, потому что именно там, в раненом сердце, и рождается любовь ко Христу, к Родине, к человеку. А уж какое направление примут силы сердца, в такое направление устремляются и силы тела, писал святитель Игнатий Брянчанинов. Мы с вами все слышали о том, как на Западе объявили войну русской культуре. Знаете почему? Потому что они знают, и мы знаем, какой мощи это оружие. Оно у нас есть, и мы его не сложим. Аминь. Далее говорим о стратегических силах, наиболее мощных средствах вооруженной борьбы. Какие уж тут силы, да? Жизнь такая тяжелая, работа трудная, тем более не до подвигов. Но вот однако святые отцы говорят о том, что человек должен смотреть на свою жизнь как на место, на пространство христианского подвига. И тогда, выходя из дома хмурым осенним утром, мы будем идти на работу не в какую-то рутину, не в какое-то болото, а в класс, где идет урок. Урок жизни с Богом, верности Богу. И наша жизнь таким отношением к ней станет не только полезнее для духовного возрастания, она станет намного интереснее. И даваться в ней этих уроков будет столько, сколько мы сможем вместить. О подвиге. Татьяна Игоревна Трофименко, заместитель директора, учитель русского языка и литературы, основ православной культуры, школа номер 11, станица Ленинградской. Средь оплывших свечей и вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжными детьми называет Владимир Высоцкий нас с вами, дорогие коллеги, забывших об ужасах военных действий и оказавшихся не готовыми к февральским событиям этого года. Парадоксально, мы готовы говорить с детьми о подвигах, на примерах из литературы, истории, но смущаемся и отмалчиваемся, когда речь идет о подвигах наших ребят на Донбассе. И дети перестают нам доверять, потому что мы вне политики. Как же говорить с современными детьми о подвигах? Говорить так, чтобы слова наши были действенны, своевременны. Ведь враги штурмуют нашу молодежь информационными фейковыми атаками. Отец Андрей Ткачев рекомендует объяснять современному человеку слово «подвиг» на примере спорта, который невозможен без сверхнагрузок и жесткого режима. Это понятный детям пример. Победителю – медаль. Но в традиции русского воинства сражаться ради нетленной награды, о которой напоминает апостол Павел. Очевидно, что такое стремление не бывает без преодоления себя, то есть без подвига. Подвиг можно совершить и в науке. Так ученые-биологи совершили выдающийся подвиг во время блокады Ленинграда. Для сохранения фонда ценных зерновых культур и картофеля, чтобы после войны восстановить сельское хозяйство, селекционеры не съели ничего, а сами умирали от голода, как и остальные жители блокады. Вот такая самоотдача и жертвенность. Русские воины во все времена удивляли наших противников. Например, Отто фон Бисмарк предупреждал будущие европейские поколения: «Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских. Любой исход войны с ними не приведет к распаду России, потому что она держится на миллионах верующих». В 40-х годах XIX века, когда пошла очередная волна шельмования России и ее воинства, Федор Иванович Тютчев, находившийся на дипломатической службе в Германии, напомнил немцам, что именно русские в 1813 году спасли Германию от наполеоновской тирании и унижения.
Федор Иванович тогда заметил: «Если вы встретите ветерана наполеоновской армии и спросите, кто из противников, с которыми он воевал на полях Европы, был наиболее достоин уважения, а еще спросите жителей, какой солдат из войск противника постоянно проявлял величайшую человечность, наименьшую враждебность к мирным жителям. Можно поставить 100 против одного, что вам назовут именно русского солдата. Бог есть любовь, а главное свойство любви – жертвенность. И нам нужно воспитывать это в детях собственным примером. Как воспитывал своих детей Сергей Петрович Боткин, лейб-медик 2 императоров, знавший наших воинов по полевому госпиталю среди ран и бинтов. Он написал: «Солдаты наши, офицеры, святые люди». Сергей Петрович Боткин, отец Евгения Боткина, святого врача, оставшегося с семьей царственных страстотерпцев до самого конца. Он добровольцем отправился на русско-японскую войну, где возглавил медицинскую часть Российского Красного Креста. На полях сражений Евгений Боткин проявил себя как храбрый и мужественный врач и офицер. После он написал книгу «Свет и тени русско-японской войны». Содержанием этой книги можно знакомить наших ребят на классных часах и часах духовности на уроках истории и обществознания. Русский солдат готов к подвигу, готов к самопожертвованию ради жизни других. Спросите у солдат российской армии, стойко защищавших наши родины в спецоперацию на Украине, ради чего они, не жалея своей жизни, совершают свой воинский долг. Они не скажут вам про подвиг и жертвенность, потому что и подвиг, и жертвенность невидимы и безымянны. Помните слова Василия Теркина, героя поэмы Александра Твардовского, подполковника, военного корреспондента, награжденного орденами Великой Отечественной войны 1-й и 2-й степеней? «Смертный бой не ради славы, ради жизни на земле». Итак, как говорить с нашими детьми о подвиге? Раздвиньте стены классных кабинетов, ведите детей в храмы, помогайте молитвами нашим воинам, покажите ребятам места, где раньше вставала земля на дыбы, проведите экскурсию о жертвенном подвиге небесного и земного воинства. Экскурсионный проект реализуется отделом религиозного образования и катехизации Екатеринодарской епархии и совершенно бесплатно предоставляется школам Кубани. И как бы ни пытались враги, зримые и незримые, навязать нашей молодежи, что основой подвига является что-то другое – богатство, слава, почет, комфортные условия жизни, у русского человека есть нечто, чего нет у других – и дело не в национальности, дело в русской душе, в которой стремление к подвигу, бескорыстное, жертвенное служение ближним по образу самого Христа, который не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Сегодня в мире сражаются русский храм и американская крепость. Запад и Россия сошлись в беспощадной схватке. И в этой схватке мы победим, потому что храм сильнее крепости. Сегодня русские батальоны, прошибая оборону украинских войск, проламывают стену этой крепости. И в эту пробоину ворвется русский вихрь, русский свет. Через пожары и катастрофы, через наветы предательства Россия вновь, как это бывало не раз, движется своей неизбежной русской победе. О победе. В результате нашей работы и нашей жизни. Логачева Ольга Николаевна, учитель музыки и основ православной культуры школы «Перспектива» города Краснодара. День Победы объединяет всех нас, потому что война коснулась каждой семьи. У всех есть деды, бабушки, прадеды, которые прошли через войну и вынесли на себе всю ее тяжесть. И мы, люди комфорта 21 века, понимаем, какой огромной духовной и физической силы им это стоило. Поэтому каждый из нас с благоговением берет портрет своего героя и идет 9 мая в бессмертный полк. Если вдуматься в его смысл, то ведь это своего рода священное действие. Это как крестный ход.
Лица на портретах – это наши родные, которые пострадали ради нашего спасения. Мы помним все и благодарим их за это каждый раз, когда отмечаем праздник «День Победы». Память и благодарность лежат в основе этого великого дня. Но ведь начало духа жертвы за людей было положено самим Господом нашим, Иисусом Христом. Он взял на себя наши грехи и страдал на кресте, и воскрес, победив смерть. Поэтому все чаще в Краснодаре и других городах бессмертный полк преображается в крестный ход. Например, в Тимошевске ученики одной из воскресных школ каждое воскресенье от начала спецоперации ходят крестным ходом бессмертного полка к памятнику солдату-освободителю. Дети несут крест, хоругви, которые сами сшили, портреты прадедов-победителей и портреты новых героев спецоперации, которые совсем недавно учились в их школе и в их городе. И ребята сказали, что мы будем так ходить каждое воскресенье до самой победы. В фундаменте нашего сознания заложено помнить и благодарить. Именно на этом основано и главное христианское богослужение, божественная литургия и таинство Евхаристии, благодарение за жертвенный подвиг Христа ради спасения людей. Память и благодарение являются источником силы для нашего народа. И День Победы делает нас сильнее. Он созвучен самому главному событию всех христиан – Пасхе, празднику освобождения от смерти и победы над врагом рода человеческого. Интересно, что Пасха 45-го года пришлась на 6 мая, день великомученика Георгия Победоносца, покровителя Москвы и маршала Победы Георгия Жукова, покровителя простых людей, земледельцев, честных тружеников. Поэтому, когда мы рассказываем детям о главном символе нашей Родины, гербе России – в центре которого изображен святой Георгий Победоносец, мы обязательно должны рассказывать им о нем. Тяжелейшие бои за Берлин пришлись на окончание Великого поста. В Лазареву субботу, 28 апреля, была взята известная своими пытками берлинская тюрьма Моабит. 29 апреля, в праздник входа Господня в Иерусалим, наши войска приступили к штурму Рейхстага. 30 апреля, в Великий понедельник, когда бесплодной смоковнице было сказано «Да не будет же от тебя плода вовек», и она тотчас иссохла, покончил с собой Адольф Гитлер. Но бои продолжались еще два дня, и тишина в Берлине настала лишь к Великому четвергу. Началась массовая сдача в плен немецких солдат. Предпасхальным вечером 5 мая предъявлено требование о повсеместной капитуляции как на Западе, так и на Востоке. И, наконец, 6 мая наступает православная Пасха. И именно в этот день немецкое командование начало переговоры о полной и безоговорочной капитуляции, акт о которой был подписан в ночь на Светлый понедельник. Через двое суток он был продублирован в Берлине с участием маршала Георгия Жукова. Наши деды шагали в едином строю. И друзей, прикрывая в смертельном бою, своей кровью священную землю насытив, победили врага. Мы, народ, победитель. День Победы праздновался 9 мая в светлую среду, в день памяти всех синайских святых. А первым из них был пророк Моисей, получивший откровение об освобождении своего народа. В самые трудные моменты жизни, во время битв, пророк Моисей воздевал руки к небу в молитве, и тогда его народ побеждал. А когда пророк опускал руки, побеждали враги. Отсюда и выражение «не надо опускать руки». То есть надо всегда помнить о том, от кого победа. Александр Васильевич Суворов говорил: «Молись Богу, от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит». Сегодня мы все хотим мира. Мы встали на защиту своего Отечества и народа. Хочется постоянно повторять слова «наше дело правое, и мы победим». Но переживая о сегодняшних и будущих временах, мы должны честно и ответственно сверять каждое слово и дело с заповедями того, на чью помощь мы непрестанно уповаем. Мы должны всегда помнить о победе Христа над миром и о действенности Евангелия в нашей жизни. Будьте со Христом, живите согласно с Его заповедями и молитесь, чтобы вы смогли дать трудностям отпор, говорил святой Паисий Святогорец и добавлял: Бог в конце концов расставит все по своим местам, но каждый из нас даст ответ за то,
что Он сделал в эти трудные годы своей молитвой и добротой. Христос должен победить в нашей жизни, и тогда победа будет за нами. Вот так, дорогие участники всекубанских Кирилло-Мефодьевских чтений, военно-педагогическую воспитательную стратегию мы с вами разработали. А теперь за дело, в бой. Надеваем воинские доспехи, перечисленные святым апостолом Павлом. В правую руку берем меч, Слово Божие. Это и знание Библии, культуры, истории страны и владение великим, могучим русским литературным языком. На голову надеваем боевой шлем, шлем надежды на лучшее будущее, прежде всего на Бога. В левой руке у нас щит горячей веры во Христа Спасителя. Облачились? И только так мы, родители, учителя, священники, сможем показать пример любви к Родине, показать, что служение Богу и Отечеству неотделимы. Рассказать, что Родина – это земля, омытая кровью мучеников и новомучеников за Христа, орошенная слезами русских жен и матерей. Необходимо благоговеть перед этой землей. Служите этой земле всеми силами своей души, чтобы нас приняло небо, то духовное отечество, к которому стремилась Русь в лице своих лучших сынов. Читали в детстве о героях русских и богатырях. Слава наших предков, знае наследство, то, что не растрачено в веках. И его хранили и приумножали поколения дед, дедов и отцов. И пред русским духом страхи отступали, очища и происки врагов. У русского духа великая сила, а тайна его проста. И жизнь за Россию, и смерть за Россию, за веру Христа. Русский дух повсюду называют чудом, и откуда только взялся он такой, доблесть и отвага, широта и удаль, и любовь к земле своей родной. Годы и столетия мчатся незаметно, и пришли на землю наши времена. Страна. У русского духа великая сила, а тайна его проста. И жизнь за Россию, и смерть за Россию, за веру Христа. И напрасно план. Пожалуйста, присаживайтесь. Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, мы продолжаем работу наших 28-х Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений. И сейчас мы попросим нашего правящего архиерея, владыку митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория
обратиться ко всем участникам этого форума с приветственным словом. Просим вас, Владыка. Ваше Преосвященство, дорогие владыки, дорогие отцы священнослужители, братья-казаки, уважаемые педагоги, братья и сестры, сегодня мы решили изменить формат наших чтений. Все это делается для того, чтобы наши мероприятия, подобные форумы, не были некой формальностью, а служили тому, к тому, чтобы активизировать нашу просветительскую работу. Активизировать, говоря языком церковным, нашу проповедь, наше обращение к миру, пока еще, к сожалению, далекому от Христа и от Церкви. Как вы все хорошо знаете, наши чтения в этом году проходят на тему «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Мы живем в современном мире, но глобальные вызовы, с которыми встречается наше общество, можно сказать, являются продолжением той самой древней войны – сил зла против Бога и человека. Только орудия и методы борьбы у наших противников стали глубже и изощреннее, особенно в политической, экономической и информационной сферах. И это уже принесло свои плоды. Очевидно, что современное общество переживает нравственный кризис. Кризис нашей веры, кризис нашего мировоззрения. Размышляя о причинах сложных для нашего народа событий последних месяцев, можно сказать, что их глубинным источником стала подмена нравственных ориентиров, навязывание западной атеистической, безбожной, глубоко греховной идеологии. Убежден, что утверждение в нашем обществе истинных духовных ценностей, данных нам Господом нашим и Иисусом Христом в Евангелии, в Его словах, в евангельских заповедях, является залогом духовного здоровья, мира и социального благополучия. Поэтому всем нам нужно хорошо задуматься над тем, как преодолеть эти глобальные вызовы, сохранить нашу русскую идентичность и повлиять на духовный выбор человека, выбор между добром и злом, между гибелью и спасением, не только своего собственного, но и всего нашего общества, нашего окружения. Говоря о глобальных вызовах, конечно, нужно сказать, что они всегда стояли перед православными христианами. Но у нас в православной церкви есть святые угодники Божии, которые показали нам пример того, как нужно отвечать на эти вызовы. И, конечно же, и мы также в подражании им должны отвечать глубокой преданностью нашей православной вере. А самое главное – жизнью, согласно евангельским заповедям. Православная Церковь, неся слово о Христе, старается приложить все усилия, чтобы предохранить всех, а особенно нашу молодежь, от пленения их ума чуждыми нам ценностями, понятиями. Помочь выработать правильное мировоззрение с пониманием цели и смысла человеческой жизни. Рад всегда видеть на наших подобных мероприятиях педагогов, которые преподают основы православной культуры, да и просто тех учителей наших средних школ, которые являются православными христианами, являются прихожанами наших храмов. Я вас благодарю за ваш труд. Труд, честно говоря, с моей точки зрения, связанный с жертвенным вашим служением. Помните о том, что преподавая основы православной культуры, рассказывая детям о евангельских заповедях, вы тоже этим служите Богу. Со своей стороны, всегда говорю и сегодня еще раз повторяю, готов оказать вам всяческую поддержку. Пожалуйста, преподавайте, ни в коем случае не прекращайте преподавание ни основ православной культуры, ни основ духовно-нравственной культуры,
не «может быть», «где это возможно», «основ православной веры». Мы это должны делать, и в этом залог нашего благополучного будущего. Сейчас особенно важным становится сотрудничество церкви и государства, формирование правильного ответа на все вызовы, которые предъявляет нам современный мир в деле сохранения культурных традиций, особенно традиций казачьих, а также в деле патриотического воспитания детей и молодежи, сохранения мира и согласия в нашем обществе. Подчеркну, что говоря о важности духовно-нравственного воспитания молодежи, наших детей, особенно в школе, необходимо понимать невозможность такого воспитания без опоры на ценности православия. Религии, которой жили наши предки, и во многом благодаря которой наша Родина выстояла в сложные времена и, не сомневаюсь, выстоит и теперь. Сейчас, повторюсь, вызовы стоят перед всеми нами, перед каждым из нас. Но будем помнить о том, что с нами Бог. Бог нам не даст испытания свыше наших сил, тех, которых мы не сможем понести. Бог всегда дает нам по своей любви испытания нам по силе. И мы, проходя через эти испытания, отвечая на те вызовы, которые существуют в современном мире, сами преображаемся, сами становимся ближе к Богу. Самое главное в этих испытаниях, встречаясь с этими вызовами, никогда не опускать своих рук, всегда помнить, что с нами Бог, и всегда быть готовыми дать ответ по слову апостола Павла в нашем уповании. Надеюсь, что представленные на сегодняшнем форуме доклады, презентации, размышления во время работы секций духовно обогатят каждого участника нашего образовательного форума. Желаю всем участникам нашего мероприятия 28-х кирилло-мефодиевских чтений сил, здоровья, терпения и помощи Божией в вашем, скажу, служении, служении Богу, Церкви и нашему Отечеству. Храни вас всех Господь. Спасибо, Господи, Владыка. Сейчас мы попросим включить небольшой видеофрагмент о том, насколько важно сегодня не просто говорить о вере, но и активно включиться в работу по воспитанию подрастающего поколения. Прошу, пожалуйста, включить этот видеоролик о работе с молодежью. Задача наша совместная – сделать так, чтобы православной молодежи было больше, чтобы больше было молодых людей, для которых православная вера, вера предков, является жизнеопределяющим началом. По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева Екатеринодарская и Кубанская епархия проводит ряд мероприятий, направленных на развитие добровольчества и прямого взаимодействия с молодежью, где особое внимание уделяется развитию детей, взаимодействию школ и епархии, проведению уроков православия и встреч со священнослужителями. Сегодня одной из главных задач Русской Православной Церкви является выстраивание диалога с молодыми людьми. Флагманским форматом данных мероприятий являются встречи главы Кубанской митрополии, митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория и главы администрации Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. Международный день православной молодежи – традиционная дата таких встреч. За этот год активно велась работа Молодежного совета при Екатеринодарской и Кубанской епархии, основной задачей которого является объединение активных молодых людей с целью популяризации духовно-нравственной культуры, ведения миссионерской деятельности и воцерковления молодежи. Проповедь веры через спорт. Митрополит Григорий уделяет особое внимание этому направлению работы.
По его инициативе и при поддержке Министерства образования, науки и молодежной политики проводятся фестивали по возрождению русских традиционных видов спорта. За весь период работы было проведено 5 краевых спортивных фестивалей с общим охватом участников более 2500 человек. 12 октября прошел Свято-Сергиевский спортивный фестиваль на Кубок митрополита Екатеринодарского и Кубанского, итоговый фестиваль этого года, в котором приняли участие 500 молодых людей Краснодарского края. Команды муниципальных образований и молодежных организаций соревновались в исконно русских народных видах спорта. Продвижение ценностей добровольческой деятельности и развитие волонтерства является неотъемлемой составляющей церковно-светского соработничества на Кубани. Участие в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» общими усилиями объединило более 5000 человек. Общее же количество благополучателей региона в рамках совместной волонтерской деятельности только за текущий год составило свыше 20000 человек. Волонтеры Кубани со светской и церковной стороны достойно приняли вызов сбора и отправки гуманитарной помощи нашим братским народам ДНР и ЛНР, где в общей сложности собрано и отправлено свыше 800 тонн гуманитарной помощи. Форумные мероприятия – это площадки по формированию фундаментальных партнерских отношений по реализации новых проектов, направленных на укрепление православной миссии среди молодежи. Вот и в октябре этого года форум православной молодежи «Моя вера православная» объединил представителей молодежных православных организаций и объединений, а также воцерковленную молодежь Краснодарского края. В программу форума вошли образовательные дискуссионные площадки, встречи со священнослужителями, открытый диалог с митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Григорием, заседание коллегии Координационного совета Синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви Южного Федерального округа. В рамках форумов совершаются молодежные божественные литургии, которые возглавляет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. За год в Краснодарском крае уже состоялось 2 слета казачьей молодежи «Атаманский резерв», в каждой из которых приняло участие более 100 атаманов казачьих школ и классов, где принимали участие митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий и губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев. Будущее России неразрывно связано с ее духовными основами – верой, культурой и традициями. Православная вера – это духовно-нравственная основа российского государства и общества. Главной задачей Екатеринодарской и Кубанской епархии является приумножение православных ценностей в сознании и сердцах подрастающего поколения. Вчера, 19 октября, в стенах Законодательного собрания Краснодарского края состоялись уже 7 парламентские встречи, в которых принимали участие не только руководство Законодательного собрания, представители различных департаментов, комитетов, но и архиереи нашей кубанской митрополии. И сегодня мне хотелось бы попросить обратиться с приветственным словом первого заместителя председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николая Павловича Гриценко. Уважаемый владыка Григорий, уважаемые организаторы и участники чтений, от имени председателя Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Александровича Бурлачко, от имени всего депутатского корпуса Кубани, поздравляю вас с открытием очередных всекубанских кирилло-мефодиевских чтений. Традиция проводить чтения на Кубани существует уже много-много лет.
Это говорит об их востребованности, об их важной миссии объединять людей, болеющих за судьбу родного края и страны, народа и церкви. Ежегодно на этой площадке проходит диалог духовенства, представителей власти, научной, культурной общественности, педагогического сообщества. Сюда выносятся самые актуальные, самые животрепещущие темы. В этом году на чтениях мы вновь говорим о главном, о вызовах современности и духовном выборе человека. Сегодня наша страна сражается с мировым злом. Натиск против России идет по всем фронтам. Это и дезинформация, и антироссийская риторика в западных СМИ, искажение истории и пещерная русофобия. Это бесчисленные санкции и разрыв экономического сотрудничества. Это потворство и всесторонняя помощь профашистскому режиму Украины. Как отмечал наш губернатор Вениамин Иванович Кондратьев, идет борьба за выживание. Специальная военная операция касается каждого из нас без исключения. Ребята, наши военные, добровольцы, мобилизованные, которые сейчас находятся на Украине, борются не просто с неонацизмом. Они воюют за наше будущее, за будущее России, как независимой, сильной и неделимой страны. Но воюет не только тот, кто на передовой. Воюют все, кто по голосу совести помогает нашей армии и людям, проживающим на освобожденных территориях. Все, кто жертвует свою пенсионную и зарплатную копейку на нужды фронта, кто собирает и отвозит гуманитарную помощь. Отдельно хочу упомянуть священнослужителей, которые отправляются в зону специальной военной операции для окормления наших воинов и зачастую мирян. Наши священнослужители в составе кубанских барсов находятся несколько священников из Краснодарского края. Рискуя жизнью вместе с военными добровольцами, они делают очень важную, большую работу. Они укрепляют веру в наших воинах, поднимают крепость их духа и морально поддерживают в выполнении служебно-боевых задач. Дорогие друзья, на крутых виражах истории Россия всегда была сильна своей сплоченностью перед общей угрозой. Так было во времена Великой Отечественной войны, об этом уже говорилось неоднократно. Так было и будет всегда. Нам сейчас особенно важно объединиться, мобилизоваться, как в материальном, так и в духовном. Важно поддерживать нашу страну, нашего президента, нашу армию, которая прилагает все усилия, чтобы обеспечить безопасность и дальнейшее развитие России, восстановить нормальную, полноценную жизнь в новых субъектах Российской Федерации. Мы должны мысленно, патриотично сохранить внутренний мир. По режиму военного времени мы должны трудиться каждый на своем месте. Кто чем может приносить пользу во имя нашей победы? Не только говорить, но и делать. Именно в этом и заключается взаимодействие церкви, общества и власти. Нам как никогда нужна и важна поддержка пастырей Русской Православной Церкви. Нам нужны ваши молитвы и ваши напутствия. В канун Дня Народного Единства от всей души желаю всем и, конечно, нашим священнослужителям мудрости, терпения и сил. С Богом в сердце, с верой в победу. Благодарим вас, Николай Павлович, за ваши теплые слова. И хотелось бы сейчас предоставить возможность обратиться ко всем участникам 28-х Кирилло-Мефодиевских образовательных чтений, заместителю главы администрации Краснодарского края, атаману Кубанского казачьего войска Александру Ивановичу Власову. Уважаемый Владыка, Ваше Высокопресвященство, Всечестные Отцы, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с проведением очередных 28-х всекубанских Кирилло-Мефодиевских чтений,
которая является важнейшим элементом сохранения духовно-исторического наследия Кубани и России, служит изучению традиций и истоков российской культуры, и, что особенно важно в наше время, укреплению христианского единения и патриотического воспитания граждан. Воистину, взлет христианского просвещения и научно-богословского миссионерства в истории нашей страны неразрывно связан с Кирилло-Мефодиевской традицией, которая живет не только в веках, но и в верующих сердцах наших современников. Знаменательным представляется то обстоятельство, что, основываясь на подвиге святых Кирилла и Мефодия, происходит развитие духовно-просветительского служения и работы в этом направлении. А богатейшее наследство святых равноапостольских учителей и просветителей славян оказались столь обширным и многоплановым, что до сих пор остается одним из главных тематических направлений многих проводимых исследований в области культуры и просвещения. Они поистине наши наставники и вдохновители. Говоря об основной теме чтения, глобальные вызовы современности и духовный выбор человека, отмечу, что весь мир сейчас вошел в эпоху социально-политических потрясений, которые связаны не только с обстановкой на мировой арене, но и с насаждением со стороны западных стран извращенной идеологии. Как сказал наш президент России Владимир Владимирович Путин, причем в эту идеологию неоднократно пытались навязать в нашей стране. Но у коллективного Запада это не получилось, в том числе и благодаря Русской Православной Церкви. Сегодня в нашем крае налажено самое теснейшее взаимодействие между Кубанским казачьим войском и Кубанской митрополией Русской Православной Церкви, направленное на укрепление духовности, любовь к родине и служение отчизне. Эта большая работа будет продолжена и дальше. Хочу пожелать участникам нынешних чтений успехов, а также выработки предложения по формированию новых механизмов и подходов к укреплению духовности и государственности. Сегодня от себя добавлю. Вся тема была построена на проведение специальной военной операции, на уничтожение фашизма на нашей русской православной земле. В прошлом году основной костяк мобилизационного людского резерва был сформирован из числа казаков Кубанского казачьего войска. С самых первых дней казаки в составе воинских частей и подразделений выполняют боевые задачи. Сформировано уже в том числе и добровольческие отряды. 3 добровольческих казачьих отряда достойно выполняют боевые задачи, проявляя массовый героизм. Вы слышали за Красный Лиман, конечно же, все, где островком мощнейшей обороны стали наши казаки Кубанского казачьего войска Бар-16 Кубань. Путем объединения, совсем недавно, путем объединения 3 отрядов мы сформировали первую казачью пластунскую бригаду, и на покрова Пресвятой Богородицы совсем недавно мы освятили боевое знамя нашей бригады. И коллеги там готовы у нас? Готовы, да? И по воле Господа Бога, значит, сегодня ночью пришла награда командиру бригады, который в свое время был командиром отряда имени Захария Чепеги. Указ президента был подписан 22 сентября, а сегодня ночью, в преддверии Кирилло-Мефодиевских чтений, награда пришла в Краснодарский край. По благословению нашего митрополита, спасибо большое, мы сегодня вручим эту награду. Вот. Но хотелось еще добавить, пока не зачитали указ президента Российской Федерации, я бы хотел выразить благодарность всем жителям Кубани, которые сейчас объединились и оказывают помощь нашим ребятам на фронте. Наши ребята получают все необходимое максимально, насколько мы имеем возможность. Но эту работу хотелось бы, конечно, усилить. Работа проводится не только в обеспечении наступательных, оборонительных боевых задач, но и в том числе с населением. Кормят, лечат, помогают, одевают детей. Огромную миссионерскую деятельность проводят наши полковые священники. Героически себя проявил, мы сегодня уже говорили, отмечали, отец Александр из Апшеронского, города Апшеронска, который был в составе легендарного отряда специального назначения
Кубань. Это наша сейчас общая задача – победить врага. Мы должны объединиться, мы должны сплотиться и вспомнить те лозунги, которые у нас были во время Великой Отечественной войны. Все для фронта, все для победы. Своих не бросаем. Родина мать зовет. Приступайте. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за номером 656 от 22 сентября 2022 года за героизм и мужество, проявленное в ходе специальной военной операции на Украине, наградить орденом мужества командира казачьей пластунской бригады «Кубань» казачьего полковника Бацева Артура Евгеньевича. Ангел мой, пойдем со мной, ты впереди, я за тобой. Вот этими, вот этой фразой военнослужащие сегодня, которые сражаются на фронте и участвуют в специальной военной операции, начинают свой день, начинают каждое свое дело, принимают участие и в боях, и выходят из боя. И вот этими словами только и живут. Я буду краток. Вот люди спрашивают часто с первых дней операции, за что мы воюем. Отвечу так. Мы воюем сегодня за русский мир и за веру православную. И люди задают вопрос, победим ли мы или нет. Я говорю, победим однозначно, во-первых, потому что мы русские, а во-вторых, потому что с нами Бог. Всем спасибо. Спасибо. Вместе мы обязательно победим. Вот о чем говорили преподаватели, которые только что выступали в рамках наших образовательных чтений, о наших героях. Они не так далеко, они рядом с нами. Приглашайте их в школы, общайтесь вместе со своими детьми, с живыми героями России. И тогда у нашей страны будет еще много героев. И как не вспомнить сегодня после только что сказанного слова Федора Ушакова «Непобедимого»: «Не отчаивайтесь, ибо все сии грозные бури обратятся к славе России». Мне хотелось бы предоставить слово начальнику Краснодарского высшего военного ордена ордена Жукова Краснознаменного училища имени генерала армии Штеменко Игорю Валентиновичу Шпырня. Пожалуйста. Спасибо, уважаемый владыка. Дорогие друзья, ну, прежде всего, я бы хотел, как выпускник военной академии генерального штаба, в течение 2 лет изучавший вопросы военной стратегии, поблагодарить учителей, своих коллег за очень интересный, современный и нестандартный взгляд на вопросы стратегии. Большое спасибо, было очень интересно. Анализ складывающейся вокруг проведения специальной военной операции обстановки позволяет сделать вывод, что стремление России обеспечить реализацию своих национальных интересов приобрело характер цивилизованного противостояния и переросло в гибридную войну со всем западным миром за существование нашей страны как суверенного государства, а по сути всей русской цивилизации. В стремлении максимально ослабить Россию коллективный Запад развернул войну во всех сферах, в том числе экономической, политической, информационной, создал все условия для распространения военной эскалации
не только по всей Украине, но и далеко за ее пределами. Характерно, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами действует строго в логике последовательно реализуемой им концепции, суть и цели которой наиболее полно изложены в директиве 1948 года, где Россия, независимо от формы правления, определена в качестве основной угрозы для американской стороны. В отношении нее США уже тогда поставили задачи более бескомпромиссные, чем даже в отношении милитаристской Японии и фашистской Германии в период Второй мировой войны. Ключевой мыслью документа является, что действия США должны носить неявный характер, чтобы ни в коем случае не позволить скрыть свои конечные замыслы и не спровоцировать ответные решительные меры России по защите своих национальных интересов. Надо понимать, что так называемое доминирование западного общества основывается на комплексном использовании и продвижении своих ценностных установок через масс-культуру, технологии, науку, обосновывающую и продвигающую соответствующие теории, навязываемую форму хозяйствования в виде капиталистических отношений и многое-многое другое. И напротив, ценностями и целями славянских народов всегда было стремление человека к счастью, которое достигается через реализацию его творческого и созидательного потенциала, прежде всего на благо общества. В такой системе, где приоритетом является защита интересов семьи, рода, народа, государства, человек не загнан ложными ориентирами, а его ценность и положение справедливо определяется его личным вкладом в дело развития и защиты общества, которому он принадлежит. В сложившихся условиях наиболее остро становится вопрос о сохранении суверенности нашего национального самосознания, которое на основах традиционных ценностей уже определяет цели, мотивы и жизненные приоритеты каждого отдельного человека. Следует отметить, что ценности человеку как индивиду прививаются предыдущими их носителями, то есть передаются через воспитание младших поколений старшими в социокультурной среде, в которой происходит становление личности. Базовый фундамент человеческого сознания, связанный с самоидентификацией, формируется с момента его рождения. А вот ценностные установки, когда ребенок начинает задавать первые осознанные вопросы. Этим и объясняется неподдельный интерес Запада к изучению когнитивных процессов, позволяющих изменять поведение молодого поколения. Вы спросите, как такое стало возможным? Да потому что в течение своей жизни нынешнее молодое поколение фактически находится в среде, которая его дезориентирует, либо прививает ложные ценности и установки, так как в существующей среде автоматически формируется человек общества потребления. Вместо того, чтобы учить человека думать, повсеместно идет внедрение противоборствующей стороной в информационном поле западных подходов по доведению и получению информации. Чтобы добраться до истины или объективности, надо серьезно трудиться. И основная задача старших поколений всегда была привить детям осознанную способность эффективно учиться и трудиться, чтобы поступать правильно. Если семья, общество, государство, церковь в целом не научили ребенка главному, и я еще раз повторюсь, это способность учиться и трудиться на благо общества, он, естественно, будет поступать так, как ему проще, и вы с этим ничего не сможете поделать. Поэтому очень здорово, что на фоне происходящих событий руководство страны обратило самое пристальное внимание на эти важнейшие вопросы. Несомненно, нашей важнейшей задачей является защита прежде всего молодого поколения, то есть наших с вами детей, от враждебного влияния. Нельзя все знать, но это и не нужно. Главное, что позволяет человеку успешно строить свою жизнь, является способность давать ответы на такие базовые вопросы, как «что такое хорошо?», «что такое плохо?», «справедливо или несправедливо?», «добро это или зло?». И это не быть равнодушным, если это плохо, зло и несправедливо. Все мной вышесказанное делает актуальным вопрос личной медийной грамотности,
под которой понимается способность распознавать и оценивать сообщения с точки зрения их истинного содержания, характера и качества. Достаточно одного взгляда на социальные СМИ, чтобы понять, насколько неразборчивы могут быть пользователи, которые бездумно распространяют некоторые сообщения, при этом не поинтересовавшись ни тем, откуда они взялись, ни тем, какие цели преследуют их авторы. Яркими примерами являются представители российского шоу-бизнеса, являющиеся адептами общества потребления, которые, не имея идейного базиса и не обладая всей широтой знаний, зачастую делают репосты на своих страницах в соцсетях или высказываются, не удосужившись убедиться перед этим в правдивости информации. Таким образом, за счет их медийной известности продвигаются суждения, отвечающие интересам противоборствующей стороны и вносящие раскол в общество. В заключение хотел бы подчеркнуть, что налицо сейчас кризис и гибель западной цивилизации. Мир необратимо меняется, и уже вовсе не Россия, а Запад все больше оказывается в изоляции на мировой арене. Потому так отчаянно и агрессивно они себя ведут. Но блефовать они будут до последнего, используя приемы и методы геббельсовской пропаганды. Еще никогда Запад не был в таком невыгодном положении. Созданный западными глобалистами мировой порядок спровоцировал нарастающие ресурсные и продовольственные кризисы, обнажил его критические уязвимости и обеспечил России и ее союзникам неоспоримые преимущества. Таким образом, кризис на Украине следует рассматривать как исторический шанс для России обрести полную самостоятельность в определении пути своего дальнейшего развития. А нам с вами сосредоточиться на выполнении каждому на своем месте не за страх, а за совесть своих прямых обязанностей в интересах убедительной победы нашей Родины. Спасибо за внимание. Благодарю вас, Игорь Валентинович. Владыка Григорий, просим вас обратиться к участникам. Дорогие владыки, отцы, братья и сестры, на этом первая часть нашего форума завершена. В завершении ее я хочу обратиться к вам со следующим. 17 октября вечером произошла страшная трагедия. Эта трагедия в Ейске отозвалась болью во всех наших сердцах. Мы, православные христиане, призываем к тому, чтобы с сочувствием, с милосердием, с сопереживанием отнестись к ней. Мы молимся о том, чтобы исцелились люди, которые еще страдают. И молимся о упокоении тех, кто погиб. В завершении этой части нашего пленарного заседания призываю всех вас пропеть вечную память погибшим в Ейске 17 октября при крушении самолета. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, всем при крушении самолета в городе Ейске погибшим, и сотвори им вечную память. Вечная память, вечная память. Царство небесное, Царство.
спаси Господи, объявляется перерыв до 14 часов.